Здравствуйте, товарищи, с вами Сет. Это Call of Juarez Guns Mingir. Ну, можно, в общем-то, почитать пока, что здесь говорят. Дрались когда-нибудь на один с краснокожим? Red Man. Эпизод 5. Серый волк. Так вот. Да, дрался Бен, помню, я преследовал этого отступника Апачи, серого волка. Странная штука, его главным мотивом была та же месть. Только они при этом кричали, как индейки. Селес Гривз преследовал опасных преступников, таких как Джон Уэсли Хардинг, в надежде, что они смогут навести его на след Брайана. Так вот, в чем суть? Сейчас я второй раз уже прохожу эту миссию, потому что первый раз у меня были жесткие рассинхроны со звуком. Я вроде бы научился с этим бороться. Надеюсь, что научился. Сейчас быстренько эту миссию пройдем снова. В общем-то, игра уже всеми давно пройдена, так что все равно, когда ее проходить. Шаман племени Чирикао, народ Апачи, вел войну в отместку за массовую убийство народа. Солдаты США напали на его племя во время проведения священной церемонии восхода для его дочери и устроили просто невыразимую бойню. Я понимал, что его гнев, потому что нет ничего больнее, чем видеть, как те, кого ты любишь, умирают жестокой и мучительной смертью. Да, вот такая вот история у этого серого волчары. С самого начала я не мог избавиться от ощущения, что серый волк следит за каждым моим шагом. Давно я на самом деле не играл, наверное, недели две уже. Да. Вроде все нормально. Так. Ну что ж, давайте. Он вел за собой отряд молодых воинов Апачи, которые жаждали возмездия и были готовы с радостью умереть за своего лидера. Какие милые люди. Ну и тут на самом деле два хода есть. Вон по тому бревнышку можно пройти и попасть в засаду. Поэтому мы пойдем здесь и тоже попадем в засаду, но не в такую опасную засаду. Они увидели меня раньше, чем я их. Но так как я давно не играл, я уже разучился стрелять. Господи. Но они, судя по всему, тоже разучились стрелять. Так как это перепрохождение этой миссии, то вы не видите опыта, который я получаю за убийство. Но не волнуйтесь, я ставлю только хедшоты. Исключительно хедшоты. Поэтому... Поэтому просто верьте, что я получаю по сотне с каждого, а то и по две сотни, или по три даже сотни, я же мастер. Так. На самом деле... Мне пришло в голову, что, возможно, моя идея была не такой уж удачной. Когда началась стрельба, что-то я не мог... Back and down, ну типа пойти назад или типа того. Не знаю, не успел прочитать. Только на слух то, что воспринимаю. А английские слова я хреново воспринимаю на слух. Я и русские-то иногда хреново воспринимаю на слух. Ну вот, просрал на трех индейцев всю эту фигню. Что мы имеем? Мы тут имели на самом деле шляпу, как в качестве бонуса, или как это здесь называется. Но так как я ее уже брал, ее здесь нет. Я вас попросил бы быть менее агрессивными, товарищи краснокожие. Я все-таки гость в ваших землях. Ты что мне подсказываешь, что вы не рады нифига гостям? Так, ладно, гость плохо стреляет, ничего страшного. Да ты-то почему так хорошо стреляешь? Немножко подрочим микрофон. Сели поудобнее. А, тут надо нажимать, чтобы сесть. Это были суровые земли. Зимнее пристанище Чирикауа. Поэтому они были... Что? Поэтому они отступили сюда? А...
Ах ты, падла. Они двигаются совсем не так, как я хочу. Я несколько раз сожалею, что преследовал их так, но опять-таки, у меня было полно сожалений. Несколько сожалею, что преследую их так. Ну, то есть, все-таки наш герой не считает то, что массовое истребление индейцев это хорошо, но деньги есть деньги. Собственно, вся Америка так думала, ну, деньги есть деньги. Когда уничтожали целое... Целую нацию, когда уничтожали этих индейцев бедных, у них вон щиты всякие. Правда, индейцы сами виноваты. Я всегда считаю то, что вот такие люди, которых, ну, народы, которых уничтожили, просто сами виноваты. Чего они не развивались-то? Эволюция там, типа, ну, эволюция это другое вообще-то. А прогресс, там всякие винтовки. Почему они с луками и стрелами бегали? Вы нашли серого волка? В тот момент нет, я нашел вход в его убежище, в который внезапно раздвинулись горы и... по какой-то причине непонятно. Вот это я зря замедление, короче, конечно, сделал. Да какой же ты падла, блин. Вот здесь, к сожалению, прицел сбивается, когда в тебя попадают, а в меня попадают. Вот в некоторых играх прицел не сбивается. Это была глубокая расщелина. Не говорите, что вы пошли туда. Да, но меня подталкивало не только мужество, сколько чистое упрямство. Да, наш герой упрямый, это мы знаем. Наверное. Слушайте, ну тут много всяких этих, это прям саспенс. Разрешите в пещерах серого волка. Непонятные. Блин, не люблю такие. Вообще не люблю замкнутое пространство. Кажись, не в голову убил. Вот это печально, придется заново миссию проходить. Не вижу. А, вот ты где. Высунул свою лысую, бритую голову. Так я был здесь, а их не видел. Мне кажется, что меня наебывают, и они не настоящие индейцы, а заскриптованные. Твердолобости тогда у меня было хоть отбавляя, я и не собирался вступать. Внутри была кромешная тьма? Вообще-то там было неплохое освещение, на стенах висели факелы. Я полагаю, то что... Если бы я... зашел дальше в пещеру, то... Я этих факелов бы типа не было. И он такой, там была кромешная тьма. А он такой, нет, там вообще-то висели факелы, и факелы бы появились. Но я не застал этот момент. Хотя, возможно, вот на этот факел я смотрел, он был изначально. Но это было бы прикольно, по-моему, нет? Я не вижу твою голову, индеец. Честное слово, так встал удачно. Не всем дано вставать так удачно. Ну вот, мне теперь хочется как в метро включить фонарик. Немножко патронов. Всякие бесполезные штуки. А фонарик можно включить как-нибудь? Темно же, как в жопе. Причем в жопе неважно у кого, я полагаю, то что... Так, чертовски большой пещера. Чирикоа прятались здесь во время индейских войн. Я вижу тебя. И твою лысую башку я тоже вижу. Блин, такое ощущение, что я попал ему прямо в лицо. Что, в общем-то, неудивительно, я же мастер. Они верили, что в ней обитают призраки тех, кто был убит солдатами. В пещере были призраки мертвых индейцев?
ответа не последует, я бы сам хотел узнать. Вообще, конечно, нет. Мистика — это так, для бабулек суеверных. Мы же не верим в мистику, правильно? По правде, я больше беспокоился о живых индейцах, а не о мертвых. Винтовки — это круто. Кто бы что ни говорил, кто бы ни бегал здесь как идиот с двумя пистолетами, крича: «Уа, я могу делать вот так вот!» Нет, я считаю то, что хороший хедшот — это лучшее средство в любом шутере. И то, что этот шутер про индейцев, это не делает никаких исключений. Да, это то, что я хотел сказать. Откуда вы столько знаете о краснокожих? Несколько недель ранее я был женат на двух женщинах из племени Масконтия. Одновременно? Да, они были сестрами, многоженство традиционно для мискалеро. Масконтия — это я просто так от себя придумал. И что произошло? Пришлось убраться оттуда, эти девчонки никогда не замолкали. Они обе постоянно меня пилили, доводили до белого коленя, с тех пор я их не видел. Нет, я имею в виду, что стал серым волком. А, ну, я преследовал его, уходя все глубже в пещеру смерти. Ну, обнадеживающее название для пещеры — пещера смерти. Ну, в общем-то, да, здесь много смертей происходит в этой пещере, так что все логично. Чисто теоретически, в этой пещере в любом случае кто-то мог умереть. Однажды. И все. Теперь ее можно назвать пещерой смерти. Просто потому, что там кто-то один раз умер. Может, какая-нибудь заблудившаяся девочка. Не знаю, почему я сказал девочку. Просто недавно вспомнил то, что убили одну девочку. Ну, конечно, не в реальной жизни. Хотя в реальной жизни, скорее всего, тоже. Но я говорю про сериал. Но это не важно. Патроны просто так посреди воды. Я не уверен, то, что мокрые патроны — это хорошо на самом-то деле. В любом случае, давайте посмотрим. Я вышел к этому полузатопленному городу и встретил его там. Он вышел ко мне без оружия и без страха. Его голос эхом отдавался во тьме, и я чувствовал, что он не желал мне вреда. А теперь, как магистр Йода говорит, великую тьму несешь ты в своем сердце. Если не отпустишь ее, она заберет твою душу. Звук его голоса зачаровал меня от какой-то древней индийской магии. Индейской. Мы же не в Индии, правильно? Так, ну вот здесь они все движутся, так что стрелять в голову неудобно. Хотя, возможно, в принципе. Что-то он там говорит, то, что духи материальные. Он сказал, что он был великим воином. The snakes will bite shadows of your past until a venom poisons your heart and an echo of the song of the dead summons the spirits. Вы можете читать, пока мне тут просто надо отстреливаться, я не могу как бы одновременно все делать. Что-то там про змеи. И в самом деле его воины окружили меня. Как росомахи. Так, перед смертью все-таки один успел. Ну, а здесь тоже довольно много надо отстреливаться, поэтому не уверен, то, что я смогу все время пользоваться хедшотами. Хотя, вы же меня знаете, я такой мощный. Или нет? Скорее нет, чем да. Один мне столько патронов выстрелил. Готов поспорить что угодно, из этого ушки не было выхода. И это чудо, он появился. Да. Ну это прикольно на самом деле. Вот такой вот стиль подачи сюжета.
Он, с одной стороны, грубый, потому что обязывает нас в любом случае. Типа, какого хера? Здесь же не было этого прохода. Почему я должен был сначала всех перестрелять? А с другой стороны, ну, если бы этот проход сразу же был изначально, вас окружают индейцы, что вы делаете в первую очередь, особенно играя на легком уровне сложности? Вот так вот, добежать до чекпоинта, я играл в Call of Duty, добежал до конца, там спрятался за стеной, и все. Пошла катсцена новая. А такой, типа, стиль подачи, то что, вот, ты сначала всех убей, как бы, а потом мы тебя выпустим. И это реализовано не просто как в некоторых играх невидимая стена или там... Словно, блядь, возвращаешься во времена Дэнди, пока ты на экране всех врагов не перебьешь, не сможешь перейти на следующий экран. Здесь это вот так вот внезапно, типа, материализовалось. Но, правда, это не совсем убедительно звучит. Наконец он вывел меня снова наружу и оказался на самом краю обрыва, возвышающимся над гремящей бурной рекой. Ой, нет, в смысле, я нажал вообще-то на... блядь, а теперь я снова нажал на А. Я нажал правильно. Так вот, это звучит на самом деле не очень убедительно, типа вот не было препятствия, а теперь внезапно препятствие появилось. То есть наоборот, прохода не было, а потом он внезапно появился, и мне понравилось, как сейчас индейец упал просто на меня. Перестал, что я преследовал его, намереваясь заставить объяснить смысл этого Монгол Джамбл, ну, бредового видения. Бредового точно. Некоторые детали могли быть неточными, дружище, но рассказывать в точности, что со мной происходило. Там были великие воины Апачи. Их были десятки. Десятки? Может быть, сотни? Ну, может, не сотни. Может быть, их было четыре? Ну, гораздо больше, юная леди. Ну да, уже гораздо больше четырех. Вот четвертый, например. А вот уже пятый. Вот ты пятый. Стреляют по мне всякие. А тебя я вообще не заметил. Так. Передо мной возвышался крутой утес, и я скакал по этим скалам, как горный козел. Я был решительно настроен найти серого волка и в деталях узнать, что, черт побери, он хотел мне сказать. О, нет. Как вы понимаете, это очередная арена. Итак, стоило заранее догадаться, что этот коварный сукин сын завел меня в ловушку. Меня окружал по меньшей мере сотни апачей. Я проебал свой шанс убить их быстро. Бог мой свидетель. О, кого вы дурачите? Эй, я верю вам, давайте, расскажите нам, с чем все закончилось. Ну хорошо, я не собирался затягивать рассказ. На чем я остановился? Вы были окружены сотни апачи. Ну, у меня было не времени, не было подсчитать, но их было очень много. Ах, падла, я тебя даже не заметил. Мой маленький любитель топоров. Ах вы, падла, я думал, что здесь будут только милишные воины, юниты, враги. Если бегать, то они не попадают ни хрена. Но вот проблема в том, что если бегать, то и я не попадаю ни хрена. Бля, вот на секунду останавливаешься прицелиться и огребаешь сразу же пулей. По башке. Больно же. Все, что ли? И в конце концов остался только серый волк. Внезапно камень поднялся. Поймайте серого волка! Он сбежал демонстрационно... Что? Изображал демонстрационную непокорность. И не знаешь таких сложных слов. То есть я знаю, но я их не могу читать. Но этот сукин сын словно растворился в воздухе. Итак, я так и не нашел его. И так и не получил то проклятое вознаграждение. Свидетельств подлинности 34, но я ни одного не нашел. Награда в голову, винтовка 67%, врагов убито 102. Ну что ж, надеюсь, то, что это видео запишется без рассинхрона. Надеюсь.
А пока, если вам понравилось это видео и мой нереальный скилл хедшотинга, то ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, это важно. И ждите продолжения. С вами был Сет. До свидания.